Я ем марокканские. Видимо, они из Африки ко мне приехали. Но потому что это самый вкусный. Я разбираюсь в докторской колбасе. Она должна быть останкинская и без жира. И разбираюсь в мандаринах. Марокканские, если марокканские, то обязательно только оранжевые, не желтые. Вот. И чтобы такие легко чиститься, они не должны отковыриваться. И тогда это самый вкусный. Хотите? Да, у меня аллергия и диатез. Но я дозирую теперь. Лето! Вы что, сегодня какое? 23 декабря? Какое может быть? План на лето. Давай на весну. Мы выйдем и пойдем в бой 10 января. Сразу же трени. Будем уже новый учить материал. У меня уже есть ладно, идеи. У меня же все треки есть. Вот. Я, короче, все знаю, все придумала. Главное теперь после, точнее, во время новогодних праздников не объесться салата и не утерять вместе с ним весь энтузиазм готовить новые номера. Вот. Поэтому, да, у меня что-то такой запал энтузиазма и на новость, и на этот у меня сейчас в конце прям что-то я такая, ой, надо было 10 номеров приготовить, а не один. Так что да. Ну а на лето, дай бог съездить в наш лагерь танцевальный Dancing Village. Обожаю всей душой и сердцем. Самый классный вообще танцевальный лагерь. Самые классные танцевальные спортивные сборы. Вот я считаю там. Всем советую там побывать.